Таисию Федоровну Петухову война застала в 13 лет. В то время она училась в 4 классе и даже не думала, что школьные будни превратятся в тяжелый, ежедневный труд. Ей пришлось бросить учебу и пойти работать на станкозавод в литейный цех, где она занималась совсем не детской работой. Ее рабочее время составляло 4 часа, но ежедневно приходилось оставаться еще на одну смену. Свои смены отработаешь и на литье оставляешься. Вот эти формы наделаем, и потом вагранка такая была, в вагранку чугун заливали, это бросали, он растоплялся, и такие были, за две ручки мы несем и заливаем, что сделаем в дырочку. Тяжелая работа ждала Таисию Федоровну и дома, особенно в конце ноября 1941 года, когда немецкие солдаты вошли в клин и заняли для проживания все подходящие здания, в том числе небольшой домик ее семьи, который находился в деревне Першутино. Мы им воду носили. Машины. Мы выйдем, носим, пить хочется, ток донесем до дома, не выльют машину, еще идем. Но фашистов Таисия Федоровна запомнила не только у себя дома. Она помнит, как на ее глазах брали в плен наших солдат, слезы женщин и детей. Все это она видит перед глазами, как вчера. В конце декабря 1941 года в город вошли с боями части Красной Армии и освободили Клин от немецко-фашистских захватчиков. Опять началась работа. Тяжелые будни на станкозаводе и голод говорили о своем. Ведь не о том мечтала 13-летняя девочка Тася. Тяжело жили войну. Но хоть молодые были. Но все равно тяжело было. До завода приходилось ходить много километров, и каждый день был не легче предыдущего. 9 мая 1945 года Таисия Федоровна вспоминается слезами на глазах. В тот день до работы она не дошла, так как на пути ее ждала радостная новость. Не знаю, сколько мы не дошли. И часов, наверное, в 7 или вот в 8, говорит, война окончилась. Нас все в клуб. И слезы были, и радость. После войны она так и не вернулась на учебу, продолжила работать на станкозаводе. Там познакомилась со своим мужем Евгением. Проработав там 10 лет, устроилась на стекольный завод, на котором трудилась 40 лет. За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны ей было присвоено звание труженика тыла, а за свою непрерывную работу ей было присвоено звание ветерана труда. И это не говоря о множестве наград и благодарностей.